В Москве завершился 12-й съезд журналистов России. Его уже назвали историческим. Планируется, что после него начнется серьезная перезагрузка организации, которая в следующем году отметит столетний юбилей. Между тем, в Якутии, несмотря на удаленность и малочисленность населения, одна из больших журналистских организаций. Делегацию от Якутии представили 25 членов республиканского отделения Союза, среди которых ведущие журналисты основных республиканских СМИ. НВК «Саха» представили Катерина Григорьева и оператор Александр Жуков. На съезде брали нового председателя. Им стал опытный журналист, побывавший в горячих точках, телевизионный продюсер, работавший до этого на центральных каналах, Владимир Соловьев. Когда-то мне удалось добраться до поселка Депутатский. Да, мы сажали самый большой в мире самолет для вывоза оттуда концентрата, там этот комбинат. И у меня незабываемые впечатления остались от той части Якутии, потому что мы там застряли, там была низовая метель. И мы на 2 недели там застряли в Депутатском, но за это время нам удалось снять целую серию репортажей, которая была признана лучшими репортажами в программе «Время» за месяц. И даже премию нам с оператором дали.